Подходи, брат! Как дела, охотник? Yeah.
Подходи! Покедова! Ты думаешь, они его не пристрелят? Хаюшки! Да мне до задницы! Я считаю, надо этот артефакт загнать. За эти деньги нанимаем людей, и с ними атакуем бандитов. А вот анекдот. Вот и страшно. На пороге старой сторожки сидит кровосос. Тут же снова убегает маленький кровососик и к папе на машине. Папа, покажи сталкер. Ученые провести полевые испытания нового лекарства. Ну и наняли для этого дела группу сталкеров. Тут как проходит несколько дней, один сталкер приходит к профессору и говорит: так сразу слышите, а что вы мне колеса заменили, да? Тут очки поправил, и ему так осторожно. А почему вы вдруг решили, что препарат был заменен? А сталкер: я когда раньше таблетки в лужу выкидывал, они там были, а сейчас вдруг плавать начали. Пришел, значит, сталкер к доктору. Доктор ослаблен. Это усталость, это от нервного напряжения, а это от депрессии. Что за создание? Спасибо, что все. А у вас даже водки нет. Ничего не знаю. Чтобы не включать.
описание ту самую. Как сможешь, загляни ко мне. Дело важное. Okay. I'm going to break. I'm going to break.
break my rusty cage and run. I'm gonna break. I'm gonna break my. Gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break. I'm gonna break my. Gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break. I'm gonna break my. Gonna break my rusty cage. Ты заглядывай, тут весело бывает. Кровососы.